И всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, и добро пожаловать на выживание в игре The Infected. Что ж, друзья, давайте посмотрим, что у нас тут есть в наших владениях. Довольно такой немаленький, да, но и на самом деле небольшой дворик. Домик у нас тоже плюс-минус такой хорошенький, двухэтажный, правда. Давайте посмотрим вот так вот с разных сторон. И в прошлой серии мы с вами заметили, что этот домишко все-таки уже оказывается все же маленький. Значит, нам предстоит его улучшать, это прям однозначно. И очень мне прям хочется изменить вот эту вот лесенку. Сейчас я вам покажу, на какую. На вот такую вот лесенку, которая очень представительно, ну, я не знаю, смотрится, выглядит. И это мы сделаем с вами в сегодняшней серии. Плюс к этому мы еще в прошлой серии с вами сделали вот такой вот щиток приборов, или как он называется, панель управления. Да, аккумулятор. Вот эти вот солнечная панель, ну, две штуки или одна. И один вентилятор, который дает нам электричество. Этот вроде бы как дает 20-очку, здесь дает 40 электричества. Если здесь посмотрим, ну, солнышко уже садится, поэтому значения наши вот эти вот падают. Но всего этого хватает на самом деле, потому что накоплено уже электричество 600 ватт, наверное. Нам этого всего хватает для того, чтобы обеспечить водой теплицу. Как это связано, сейчас покажу. Есть у нас такой вот колодец, который делается, ну, как-то вот так вот. Его ставишь, где-то его надо, короче, где место свободное есть, мы его поставим. И он нуждается, к сожалению, само собой, но он нуждается все-таки в электричестве. 100. Скорее всего, он потребляет 0,01 ватт на одну поливку наших всех растений. Но если я не ошибаюсь, так оно как бы должно работать. А если там у нас уже 600 накоплено, значит, нам на самом деле много этих вот вентиляторов и всего, чего там у нас есть, не нужно. По идее, это как бы в теории, мы это все дело с вами сегодня проверим. Но, чтобы поставить эту вот штуку, ну, водяную, как его, помпу, или как она там называется, нам придется вот это вот все передвинуть. Я передвину свои владения. Это означает, мы передвигаем. Да, спасибо, что подсказали, что заборы тоже как бы передвигаются. Это круто, я не знаю, я и хрен его знает, почему я не заметил. Ну, я не понимаю, и все, и ну не заметил, и все. Было прям, ну, странно. А что у нас так темно-то? У нас есть фонарики моя. А я же могу работать и ночью, и днем, и когда захочу. Короче, вот таким вот образом я передвину заборчик, мы немножко владения свои расширим. И само собой, домишко тоже сделаем побольше. Потому что лесенку, если мы поставим, ну, которую я хотел, она у нас ставится или здесь и выходит отсюда прямо аж, да, это много. Или отсюда выходит и упирается вот туда. Это вообще ни к чему. Прям совсем ни к чему. Здесь у нас все плавится, все делается. Мы, короче, мы преуспели. Во всем в этой игре мы преуспели. Давайте отсюда поставим. А это вот возьмем, ну, на всякий случай, для защиты и для чего там нам еще надо. Друзья мои, мы как бы начинаем добывать ресурсы и всякую хрень. Потихонечку моменты я буду вырезать, но давайте сначала передвину этот забор и посмотрим, что будет дальше. Да, здесь у нас несостыковочка вышла, знаете почему? Потому что я уже здесь решил не экономить место, и у нас заборы становятся, ну, более-менее с какой-то дистанцией между ними, нежели было у нас раньше. Я когда раньше заборчики делал, я их ставил прям, ну, прям в забор в забор. Видишь, вот здесь то же самое, забор в забор, здесь также, но смысла нет. Как бы так делать смысла реально нет, поэтому есть немножко вот такая вот, такое расстояние, и с той стороны было по-другому сделано, здесь вообще по-другому сделано, и приходится вот такие вот вещи здесь вытворять, да, вот так вот. А это все придется наполнить. Обязательно. Дождилевич у нас начался. Плюс к этому у меня энергии ноль. Нужно бы поспать. Перед этим еще... Блин, там еще медведь гуляет. Так, поспать. А что кушать-то? У нас есть арбузики. То есть пить. Это вот так. Это мы заберем. Белочки как бы. Чпоньк. Есть контакт. Есть контакт. Белки, так сказать, да? Здесь закроем. Когда время будет, передвинем, наверное, и нашу построечку туда.
она передвигается, да. Правда, фундамент надо будет сделать заново. И все, что изнутри, если я передвину эту постройку, то все, что изнутри, как бы, это все останется здесь. Нужно будет также передвинуть. Как бы я этим немножко не хочу заниматься, но... Если пройдется, то пройдется. Что поделаешь? А что, вы еще не выросли, что ли? О! Вот сейчас прям выросли. А, отлично. Собрать. Собрать, конечно. Что, у нас места не хватало? Не хватило. А почему у меня такое приближение? Так, погоди. Это у меня баг. Вот так вот. Да. Было приближенное. Это вот... Приближенная камера. Стоять. Чем мы тут делаем? Конечно, это надо все пополнять. Как бы хочешь кушать, хочешь пить. Делаю вот такие вот вещи. А где-то здесь у нас арбузик пропал, да? Так, one sec. Попить, так сказать. Шикарно. После этого мы сможем запросто лечь спать. А спать лечь мы сможем. Да вот здесь. До утра. Так, с утра проснулись, там медведь бегает. Я прям уверен, что он пойдет к нам. Где он там? Гуляет. Медведь, елки зеленые. Все, медведь ушел, отлично. Тогда, ух ты, какой у нас этот огородик, не маленький, большущий прям уже. Смотри, это мы еще пока здесь оставим, типа как защита этой грядки. А вот это вот все нужно наполнить. Чем они наполняются? Веревками, конечно, и бревнами. С бревнами, ну... Пока что проблем нет, мы их отсюда возьмем, прям все, что есть, так сказать. А веревочки вообще их у нас полным-полно. Зомбак, здорово, иди сюда, зомбак, что ты там бегаешь, прыгаешь? Вот так вот, красавчик. Соскучился прям, смотри на него. И мясо, смотри, как мясо от нас уходит. Вот так вот, прям в затылок, прям попали. Правда, где-то здесь еще медведь гуляет. Он куда опаснее будет, чем наш олень. Или даже тот же зомбак. А где моя этот стрела, бля, моя? Моей стрелы нет. Окей, придется без. Кстати, и пора уже, блин, делать эти ворота какие. Слышь, ворота, пускай, блин. Ворота каким-то бетонными, если есть такое. Заборы сделать покруче. И вход как минимум сделать, да, потому что если зомбаки рваться будут, по идее они рвутся через это, через ворота и через двери. А для этого, если я не ошибаюсь, нам нужен мешалка, бетономешалка. И что-то там еще надо было, но мне кажется, только бетономешалка. Тоже требует электричества, но это не проблема. Окей, делаю дальше, так, веревки нужны. Так, вот эти вот все сделаны. Сейчас нам тут веревочек подобавить, понадобавить. Отлично, отлично. А если все посмотреть, так что у нас тут? Веревок не хватает? Да, ну что, серьезно? Сейчас возьму. Кабанчик прям в гости просит, смотри на него. Ей, блин, мне еще пить надо. Давай, сейчас, погоди, секундочку. Нельзя упустить такой момент. Кабанчика опускать, упускать нельзя. А что ты разворачиваешься, я не понял. Кабан, ё-моё, иди сюда, блин. Вот так вот, вот так. Извиняюсь, конечно же, но еда, как бы, еда важнее. Бор. Бор, блин, заборчик у нас стал намного длиннее. У меня прям вообще воды нет, да-да. Ну давай, чтобы прям не только арбузами питаться. Ну или там это вот пить. Нужно все же немножечко воды сделать. Иначе же как-то никак. Вообще никак. Так, здесь с этим местом еще нужно что-то придумать. Потому что слишком большое место. Так, иди сюда. Иди сюда. Вот это вот сюда понатыкать. Поджечь, допустим. Водичку залить. Арбузик съесть, съесть. А вода у нас там готовится. Хорошо. Погоди, мясо. Можно же пожарить. Пожарим. Пожарим. Это у нас жарится. Там у нас что-то, короче, жарится. А это пусть вялится. В таком случае расть, давасть и трясть. Так, здесь у нас был экстрактор. Значит, нам нужен по-любому экстрактор на медь, потому что меди нам тоже нужно будет сделать. У нас есть на этой территории, здесь добывается кобальт, один экстрактор уже там. Один экстрактор здесь добывает алюминий. Сегодня мы пойдем и туда, и сюда. Короче, чтобы все это вот добыть, взять.
А, что, передвинуть сегодня все туда? Потому что, ну, как-то это, я не знаю, как-то оно слишком, что ли, уже не к месту. Правда, все это, чтобы передвинуть, если я грядку передвину, то пропадет вот это вот, этот фрукт, овощи и так далее. Значит, смотрите, чтобы это все не пропало, чтобы это вообще как бы не пропадало, сейчас я кое-что придумаю. Ого, сколько у нас здесь всякой хрени-то. Много у нас тут всякой хрени. Так, веревочки мы сюда понатыкаем, и тоже сюда, жирочек сюда. Все туда, куда нужно. Смотри, что мы делаем. Вот здесь надо освободить и немножечко инвентарь свой якобы тоже освободить. Текс. Ящик сюда ставить не буду, вот здесь вот, да? Хотя, погоди, у меня есть пустой ящик. Так, пустой, прям, опля, почти пустой, иди сюда. Вот этот пустой ящик мне немножко... Сколько там я взял-то? Не все. Этот пустой ящик мне немножечко поможет. А поможет мне он с этими вот вещами. Короче, ставим сюда грядочку. А собрать. Мы передвинем. Передвинем вообще не проблема, как бы. Работы мы не боимся. Ха, здесь приколись. Здесь много вещей. У нас же рюкзак сейчас большой. И здесь много помещаются вещей. А этих вещей мало. То есть они не вылезают. Ну это странненько. Странненько. Должны были и там как бы сделать, чтобы... А, здесь даже еще не выросло. Окей. Не проблема. Картошечку тоже забираем. Все, что выросло, все мы сейчас обчистим. Одного замочили, блин. Здесь у нас другой, второй гуляет. Что-то прям их сюда к нам магнитит. Я вижу, что здесь у нас почти что выросли вот эти вот штуки. Давайте мы их все-таки немножко польем, потому что им немного осталось. И они сейчас у нас прям начнут вырастать. Прям они должны быть готовы через минут, я не знаю, там 5, наверное, да? Здесь то же самое. Ну и хрен с ним. Короче, это все подождем. Потом. Я даже не знаю, ставить уже на фундаменты. Или не на фундамент, ты... Чё вы там орёте, блин, ё-моё, блин. Иди сюда, кабан, иди разберись. Давай, иди сюда. Ну, зомбак, ты где был? Вот он. А он передумал. Здрасте. Зато с ними не скучно. С зомбаками зато не скучно. Смотри, веревочку мне дал, принес, да? Что там у нас? Камушек. На фундаменты. Хрен с ним. Пусть будет на фундаменты. Я ставил их на фундаменты, значит, у меня будет тоже все это вот дело на фундаментах стоять. Хотя, постой, я же хотел в прошлый раз обезопасить себе грядку. Сейчас, секундочку. Двумя заборами. Вот тебе и защита двух заборов. Вот таким вот образом. Опля, есть контакт. Здесь, наверное, я, наверное, вот так поставлю. Да, у меня тут будет прям серьезная защита. Короче, говорят, что если поставить грядку вообще вне нашего, как его, вне нашей территории, то не грядку, а эту, гринхаус, то гринхаус никто не тронет. Бля, это смотрится как-то непонятно. На самом деле смотрится маленько непонятно. Это нужно поправить. Так, сейчас более-менее. Но здесь нам нужны бревна и досочки. Что у нас по доскам? С досками у нас пока что проблем нет. Но хотя... А почему ты не рубишь? Ага, понял. Там не хватает топлива. Короче, бревна и доски засунем. И все будет вообще у нас замечательно. Правда, еще немножко добыть нужно. Потому что фундаментов будет больше. Там еще заборчик сделать. Ну, все-таки защита нужна. А что я там говорил, короче? Хрен его знает. Сейчас еще придем к этому. Ну, здрасте, кабанчик, здрасте. Мы тебя тут закроем. Будешь моим питомцем. Так, там масло, мне кажется, банка с маслом нужно. Да, давайте разделим. А вот так, две штуки, мне кажется, хватит. Я их так по чуть-чуть буду туда сувать. Ты это не мешай, чувак. Не мешай. Все. Потому что нам нужны доски. Доски там фундаменты стоят, но это их мало. Их мало. Нам нужно сделать еще больше. Нам нужно вот сюда еще понтыкать, но это мешает. А если это мешает, значит, мы уже должны... Блин, ну я кабана сейчас выпускать не хочу. Слышь?
Стрела моя. Отлично. Стрела пропала, а этот хрен с ним. Не сломаешь ворота? Надеюсь, не сломает. Рубится. Рубится досочки. А есть контакт. Сейчас мы и сюда, и туда понатыкаем. Что-то у нас бревен не хватает. А здесь что не хватает? Веревок и бревен. Короче, нужно потихонечку. Смотри, как мы это удаляем. Мы это вот таким вот образом убираем. Вот так вот. Все. Это все остается здесь. Да? Вот это мы тоже как бы уберем. Сюда потихоньку. Сюда. Да, это муторная вообще херня, блин. Реально, на самом деле, заниматься этим, наверное, не пожелаешь никому. Потому что времени занимает все это. Офигеть, как немало. Вообще. Ну, ничего страшного. Для вас это будет пару секунд. Для меня это будет, ну, не знаю, наверное, полчасика. Ну, что могу сказать. Для вас одна секунда, для меня чуть больше. Но, по крайней мере, смотрите, у нас расстояние увеличилось. У нас вообще заборчик такой здоровый. Здесь еще более-менее все будет, я не знаю, там помещаться, хрен его знает. Так, ты опять хочешь выходить? Не-не-не. Ты... Вот так, отлично. Все стоит на своих местах. Правда, еще я еще ничего не поливал. Не засадил. Ящик сюда поставил сзади. Печечка у нас здесь стоит. Атмосферненько стоит она. Вот эти лампы, я их прям люблю. У нас еще есть лампа в доме. Друзья, вы же знаете, я сюда вот понатыкал лампу. Видите, да? Вот такая вот лампа. Давайте мы свой этот фонарь выключим. Чпоньк. Но, ну, я лично предпочитаю, я понимаю, электричество и так далее, но я лично предпочитаю вот такие вот источники освещения и вот такие вот, потому что они бесплатные, не нуждаются в топливе и так далее, и смотрятся намного атмосфернее, намного. И теперь пришло время, пришло, друзья мои, время, сейчас мы то сюда вот еще пару штук, еще одну хотя бы засунем, чтобы там это все работало. И пришло время вот этого колодца. Мы колодец, где у него вход? Где у него дверь? Скорее всего, вот это вот и есть дверь. Мы колодец. Ну, наверное, есть смысл его поставить где-то вот здесь. Наверное, колодец. А если мне не понравится, как он здесь стоит, значит, мы его поменяем. Местоположение его поменяем. Но, скорее всего, мне это все дело понравится. Так, местечко так, чтобы сюда как бы зомбаков как бы валить, я себе оставлю. Там не оставил, здесь оставлю. Если что, это тоже, наверное, можно будет подвинуть. Он нуждается в алюминиевых слитков 10 штук, электрические детали 8, а доски 25. Короче, когда я увидел доски 25, сразу понял, что этого всего мало. Да, что этого всего прям капец как мало. Кабанчик, стой на месте, не надо тебе там дергаться. Опля, кому мы там видим? Мы там стоять. Мы там видим, главное в кабана сейчас не попасть. Неужели? Ай-яй-яй-яй-яй. Я думал, через ворота хочет попасть наружу наша вот эта вот птичка. На, вылезай. Даже убивать тебя не буду. Ты красавчик, вообще молодец. Че там, топливо закончилось? Нет, топливо у нас не закончилось. Здесь у нас закончилось местечко. А так как у нас рюкзак, рюкзачело вообще охренеть какой здоровый. Ох, с перевесом. То я могу все это в себя, блин, всосать так, чтобы места уже не было. Или не было. Сколько еще там? Нормально, есть. Такс, бревна. 12 доски у нас есть. Алюминий, электрические детали 8. Так, давай я это скину сюда, а то лишнее прям, лишнего забрал. Алюминиевые 10, так, электрические детали 8 штук. Вопрос. Что-то он выходить уже не хочет. Электрические детали у нас были вот здесь. Одна штука. Это мало. Из чего делаются электрические детали? Хрен его знает. Давайте посмотрим в справочнике. Это у нас где-то вот здесь. Электрические детали. Это у нас что такое механические? Так, медный слиток, пластик, ёлки зеленые. А пластмасса из чего делается? Ткань. Пластик. Я пластик до сих пор только находил. Вот на самом деле. Ресурсы. Шкура. Цемент. Глина.
Пластмасс, кто видит? Я что-то его не замечаю. Вот он. Ни хрена себе, блин, банка с маслом. Три штуки. И кусочки коры. Ну, это кусочки коры, понятно. Банка с маслом, один пластик. Офигеть. Банка с маслом. Вот тебе и банка с маслом пригодилась. Ну, в смысле, баночки с маслом. И кусочки коры. Кусочки коры у нас... У нас... Ну, давайте вот так вот. Давайте вот так. Одна банка с маслом. И раз, два, три вроде было, не? Сколько там было? Или... Текс. Обратно. Стоять. Сейчас нужно присобачить так, чтобы это было все нормально. И 100% это не здесь делается. 100%. Еще раз. Еще раз. Ресурсы. Пластик. На столе химика даже. Вот оно как. То есть нам нужен пластик, а он делается на столе химика. А нам пластик нам нужен для чего? Для того, чтобы сделать электрические детали. Еще раз. Комплекты. Электрические детали. Пластик. Одна штука. А у нас сколько пластика вообще есть? Ха. Мы спасены. Мы спасены. Сейчас этим заниматься не будем. Но опять же, кобальтовый слиток нужен. Медный слиток и кобальтовый слиток. У нас кобальтового слитка только одна штука. Так, где у нас этот стол? Вот он. Это кобальтовый слиток, медный слиток и один пластик. Вот тебе электрическая деталь. Охренеть, а кобальта у нас больше-то нет, получается, да? Так, с кобальт никто не видит. Нет, кобальта у нас... А железный слиток, что ты тут делаешь? Иди сюда. Хотя там места нет, я понял. Я понял, это у нас медная руда. Их, ее дофига. У нас железные руды, медная, бла-бла-бла. Так, я понял. Придется, короче, за кобальтом сходить, друзья мои. Придется стоять, куда пошел. Придется за кобальтом сходить. Это, наверное, я сюда обратно засуну, потому что это нам сейчас не поможет. Это туда, это сюда. Это тоже туда. Так, а за кобальтом мы пойдем вот сюда, но уже под утро. Что у нас по статам? Нужно срочно прям, срочно попить. Так, как видно, водичка у нас тут нифига нет. Чистая вода есть. Попить. Иди сюда. И попить. Шикарно. Идем спать. Так, маленько поспал, короче. Это у нас 5 часов 37. В 6 часов ровно у нас будет утро. Наступит утро. Смотрите, у меня есть такое предложение. Пока мы никуда еще не идем, потому что темно, но я уже поспал, у меня энергии дофигища. Есть такое предложение. Могу же сделать... Могу сделать вот такие вот баночки. Вот фруктовый салат дает одну единицу к максимальной выносливости. У нас сейчас выносливость имеет 100, ну 100 из 100. А мы можем сделать это всего еще больше. Это кусочек арбуза, половина дыни и пустая банка. Пустых банок, мне кажется, у меня нет. Они у меня с маслом все. А, вот они, 4 штуки, круто. Дынька и арбузик. И арбузик. Иди сюда, арбузик. Что это такое? Как это понимать-то? В таком случае мы вот это вот съедим, вот это вот съедим, и вот это вот съедим. И что-то мы больше ничего не съедим, потому что у нас ничего не влезает, да? Окей, ты влезешь, и ты влезешь. Хорошо. А еще что влезет у нас? Собрать урожай. Что-то, короче, не влезло. Да и хрен. Я думал, красные эти, блин, небеса. Это плохо, если были бы красные небеса. Так, раз, два, и... Баночка. Хренась. А почему? Всего же по одному, не? Такс, такс. Еда, напитки. Пустая банка. Кусочек арбуза. И половинка дыньки. Ее можно располовинить, что ли? И делается на столе для готовки. Это у нас стол для готовки. В смысле, а как ее располовинить-то? Дыня. Так, дынька. А ну-ка иди сюда, дынька. Как тебя располовинить-то? Ага. Приколись, а я не знал. Вот тебе половинка, половинка. И вот тебе половинка. Чпоньк, фруктовый салат. Ни хрена себе, блин.
А я такие вещи не знал. Ёлки зеленые. Так позорище же, ё-моё, блин. Как же такого не знать-то? Еще фруктовый сад. У нас уже плюс 2 получается. А, выносливости. Так это же вообще круто. Это вообще охренительно круто. Собрать урожай здесь, собрать урожай здесь. И чпонь, чпоньк. Где там еще чпонь делается? Чпоньк. Три фруктовых салата. Правда, у меня уже арбузика нет, да? Дождик у нас же будет? Дождик по-любому будет, значит... Ага, вот. Дождик у нас будет, значит, мы делаем вот такие вот вещи красивые. И вот такие вот вещи. Сейчас прям он будет, потому что чувствую прям. Чувствую своим чем-то там, короче, чувствую. Но я чувствую все-таки. Так, студеньки слишком много. А не, не слишком много. Не слишком много. Три как раз. Как раз три штуки и три штуки. Правда, у меня баночки больше получается нет. А как делаются баночки вот эти вот? Так, справочник. Пустая банка. Алюминиевый слиток. Иди сюда. Расть, двасть. Наверное, хватит. Чпонь-чпоньк. Что там еще у нас было? А, баночки, ё-моё. А где они делаются-то? Давайте посмотрим, потому что я не знаю, я их еще не делал. Вы на обычном верстаке, что ли? Алюминий. О, а баг еще работает или не работает? Выходим, заходим. Нет, не работает. Че, серьезно, не работает? А ну-ка, секундочку. Раз, два, три. Или только с биотопливом работает? Я же вчера показывал баг. Раз, два, три. Не нажимаем, выходим, заходим. Ай-яй-яй, блин, разработчик, ты что, мои видосы смотришь, что ли, блин, ё-моё, блин. Я же в прошлой серии это показывал, что это все дело работает, а ты, блин, ты мне тут не... Ёлки зеленые, всю поляну, блин, сломал. Какой же трындец. Вчера работало, а сегодня не работает. Раз, два, три. Выходим, заходим, изготовить не... Ай, твою мать. Ай-яй-яй. Разочаровал меня разраб-то. Вообще разочаровал. Я-то думал, короче, надо было вчера пользоваться моментом и изготавливать всякую хрень, короче, чтобы это у нас никогда не кончалось. Да. Увы, короче, салатов у нас дофига. Так, дождь где-то? Должен же быть дождь, не? Походу нет. Все, арбузиков у нас, друзья мои, нет. Хотя есть. Эту, значит, рубить не будем. Эту дыньку. Пусть она там как бы стоит себе, сидит. А мы... Займемся салатиками. О, салатиков у нас до хрена. Сколько они? Слышь, салатик, вот туда вот встань. Встань, кому говорю. Твою мать, вот. 4 часа. Ну неплохо. Сейчас я их кушать не буду, потому что мне они сейчас нафиг не нужны. А мы их сюда складируем. Ого, даже не влезают даже. Ну придется немножечко места здесь занять. Потом сделать другие салатики. Короче, тогда в таком случае я сейчас все это вот возьму и сделаю себе биотоплив. Блин, баг не работает. Ё-моё. Какой же это попадос. Надо было реально вчера это все, этим всем заниматься. Прям реально вчера. Сегодня уже, как говорится, нужно делать все по правилам. Там зомби с левой стороны гуляет. Куда он пошел, блин? Зомбак, твою мать, иди сюда. Сейчас, погоди. Зомбак. Так, зомбак, иди сюда. Ты где? Слышь, говнюк, ко мне иди. Ко мне, кому говорю. Зомбак. Ты... Ни хрена себе он быстрый. Ни хрена. А что ты делаешь-то? Зомбак. Иди сюда, кому говорю. Давай, 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 давай. Упс, дерево, твою мать. Иди сюда. Вот. Вот так вот. О. Все. Все. Успокоились. Успокоились. Нормально все. Нормально. Зомбак нас не трогает. Но у нас показатели в жопе. Если показатели в жопе, нам нужно вот это. Нам... А нам ни хрена сейчас не поможет, потому что показатели в жопе. Вода есть? Нет. Чуть-чуть. Маленько. Надо еще приготовить. Так, водичка у нас отлично. Отлично, отлично, отлично. Водичка готовь. Сойди сюда. Вся водичка. Прям вот сейчас ты как напьюсь. Вот так вот. Хренась. И сейчас, друзья мои, мы сюда закроем. Но тут ничего не растет у нас, потому что воды нет. Сейчас поливать не собираюсь. Но это вот все нужно сделать. Это значит, мы сейчас берем свою задницу и передвигаемся к кобальту. Потом к алюминию. Это у нас что? Это у нас алюминиевых слитков нужно 10. И электрические детали, которые делаются, опять же, из алюминия и из всякой хрени. По весу у нас 15 килограмм. Испорчен... Сколько она весит, испорченная еда? Погоди. Вес 1 килограмм. Но это много. Это много. Нам тут килограммы как бы нужны.
Это я, наверное, по дороге съем. 1,5 килограмм, нормально. Съедать даже не буду даже. Все, я пошел. Копье у меня есть? Для защиты. Есть, еп, тихо. Закрывайся. Во-первых, пошел за алюминием. Че это такая погода такая хреновая? Направление правильное? Правильное. Че это с этой погодой, блин, ё-моё? Июль, смотри, июль, лето. Как это такое вообще может быть? Опля, это кобальт? Это кобальт. Один камушек, а ну-ка, иди сюда, камушек. Тихо, забирай. Да ё-моё, че я тут забираю-то? Во. Да. Это одна алюминиевая руда, то есть кобальт у нас сверху находится. Мало. Топливо здесь еще есть. Топливо есть, но ресурсов маловато, я бы сказал. Я их по-любому забираю все. Такое ощущение, что нужно по два этих экстрактора, чтобы это все намного быстрее работало. Окей, что по весу мы можем? Ну это все, короче, перенесем домой. И потом идем к кобальту. Ты что думаешь, что я тут делаю? Зомбак, тихо, зомбак, я тут занят. Понимаешь, полностью занят. А ты мне тут мешаешь, блин. Я тут рублюсь, блин, себе. Да. Дрова на зиму. Так, что у меня там еще есть? Еще местечко есть. Где еще дровишки есть? Дровишки. Вот они, там у нас валяются. Дровишки. Вырубаем дровишки. Домишко у нас. Ух ты, какой у нас серьезный такой здоровенный домишко. Таямба. Нам нужно его сделать побольше. По-любому побольше. Все, дрова взяли, больше... Ух ты ж, ё-моё. Ух ты ж, ё-моё. Как же это много-то. А не, меня с перевесом так ходить не нравится. Че, серьезно? Да, есть контакт. Все, сейчас это вот передвигаем. О! Это перевес! Это твою мать. Да. Ух, хотя бы съем на шару. Бесплатно это всегда приятно. Дайте мне внутрь все дрова сюда закинуть. Их будет очень много. Потому что рюкзачок у нас такой здоровенный. А что сюда принес-то? Алюминий. Где я ставил алюминий? Алюминий, по идее, нужно ставить на плавку. Правда, на плавку ставить алюминий и уходить из дома — это вообще не вариант. Прям вообще. Давайте мы его сюда перекинем. А уголь, как обычно, вот сюда. Камушек, мне кажется, да, влезает. Что там у нас? У нас семена разные. Семена мы сюда втыкиваем. И баночка всегда с собой. Иду за этим, за кобальтом. Ё-моё. Какие же прелести у нас будут здесь. Ну это, наверное... Ну пусть будет. Кто-то там ходил, нет? Не. Такс. Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Здесь, короче, влезает 40. 40 определенных ресурсов. Значит, мы забираем все подряд. На базе тоже нужен этот один экстрактор. Топливо можно было, правда, закинуть сюда. Но мы еще придем и закинем обязательно. Что делать-то? Давайте, тут кобальта больше у нас нет. Возьмем просто бревна и пойдем домой. Отсюда таскать бревна — это прям капец. Только я так могу. Но, что поделаешь, бывает. На самом деле, я бы охватил и вот это вот озерцо. На самом-то деле. Но, блин, столько туда везти вот этот вот забор. Потому что его как бы много нужно будет. Да, у меня сам по себе дом изначально стоит очень далеко от, так сказать, всего этого великолепия. Бревна, тут нужно 12, да? Алюминиевых 10 и электрические детали 8. Смотри, мы сейчас поставим сюда вот в топку все, что есть. Короче, я вам говорил, что загружать в топку вот эти вот, короче, огонь, костер и все это вот дело — это просто трата ресурсов. То есть загружать и уходить. Так делать нельзя. Вообще, что там такое? Ага, так делать нельзя, поэтому ты, когда загружаешь вот такие вот угли в топку, тебе нужно реально здесь сидеть на месте, наблюдать за этим и всегда это вот опустошать и ставить обратно, ну, новые, как бы, это вот
плав... Какой плав, блин? Плавительные, что ли, материалы, короче. Ну, вы поняли. А, или тушить. А каждый раз бегать, тушить, поджигать, воду брать. Опля, мне жарко. В смысле, жарко. А чё так? Каску убери. Ха. На. Так лучше будет. Стоямба. Как это мне жарко-то, я не понял. А что делать, чтобы жарко не было? Я понимаю, что как бы... Что там у нас? Июль еще? Да, июль. 37 градусов, 39 и так далее. Охренеть. Я вообще полностью голый. А мне по-любому один хрен жарко. В таком случае мне нужна охлаждающая какая-то одежда. Вот сейчас у нас пришла вот такая проблема. Значит, мы этим сейчас и прям займемся. Тут не горит? Нет, тут не горит. И... Отлично. Я бы еще алюминий сюда поставил, потому что нам, в принципе, побольше алюминия нужно. Там было 10 алюминия и 8 этого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сейчас сделаем 8. Стоять. 8 кобальта. В таком случае кобальт сюда полетит. Это у нас будет восьмерочка. А там горит? Да, горит. А сюда поедет алюминий. Так. Расть. Двасть, тресть. Зажечь, там кто-то у нас справа гуляет, ходит. Леса близко, чувствую и слышу. Да, довольно близко. Так, это сюда полетит. Это у нас готово. Что тогда можно закинуть? Вот это вот можно закинуть. Слышь, леса, блин. Элки зеленые, что ты там химичишь? Так, сколько у нас чего всего? Так, что-то у нас 4, 6. Это у нас железные слитки. Мне кажется, здесь, блин, сюда уже места нет. Железо, иди-ка ты вот сюда. Здесь мы забираем алюминиевые слитки, потому что нам нужно целых 10. Это у нас 8. Вот тебе, вуаля, 10. Я закрою, потому что с лесой сейчас возиться не хочу. А, электрические детали. Понял. И бревна. Тогда и сюда выгружаем. Выгрузили, выгрузили. И здесь у нас ничего больше нет. Что у нас в инвентаре? А ни хрена в инвентаре нет. Так, с камушки. Надо загружать камушками, потому что если у нас это горит, выключать печки сейчас не буду. То есть тушить их не буду. Электрические детали. Медь, пластик, кобальт. Медь, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Потому что больше меди у нас нет. А, пластика я сказал, что возьму отсюда. Потом идем вот. Какие же вы громкие. Это. Ты, главное, мой забор не трогай. Самое главное, я его строил как бы с душой. Понимаешь? Именно с душой, поэтому трогать его не рек... Опля, а вот нам и немножко фрагментов. Чуть-чуть фрагментов, опля. Вот у нас еще кое-что тут есть. Короче, из этого говна я всегда буду делать баночки теперь. Опля, даже здесь даже. Баночки, потому что баночки... Я понимаю, что, блин, по идее, как бы оно и немножко невыгодно делать баночки, консервы, короче. Но из-за того, что... Такс. И что, не готовится? Пластик, алюминий, нет, не алюминий, медь. Из-за того, что он поднимает нам, баночка поднимает нам вот это вот, как его, стамину, то есть уже смысл. Все, сделал, короче, 5 деталей, этого довольно мало. Электрический у нас, короче, в общем, у нас есть 7. Мне нужен еще один медный, а давай вот так вот. А давай вот это тоже пожарим. И давай вот это пожарим. И куда-то это тоже всунем. Так, у нас меди тут до хрена, по идее. Так что давайте всю медь тоже возьмем. Сейчас я с перевесом буду двигаться. Ну ничего, не с перевесом, нормально. И сейчас дальше будем крутить тут. Будем крутить, химичить. Всякую хрень. Понакрафтил, называется, всякую хрень. Отлично, тут у нас крафтится. И что мы тут делаем? Мы тут делаем расти, двасти, тристи. А, отлично. Сейчас у нас есть все детали, которые нам нужны. А остальное, то, что мы сюда понаплавили, это мы возвращаем обратно. Это что такое? Это у нас железные слитки, которые уже там не влезают. Значит, нам нужно еще один ящик для складирования. Стоямба железных
слитков. Смотри, 8 деталей сюда добавляем. И потом бревна. А бревна это ерунда. Сейчас пойдем нарубим. Вуаля. Вот такая вот хибарочка. Так, а ну-ка ты иди в стороночку, чтобы нам не мешали. Тёх-тёх-тёх. Это... А, это можно включить и выключить. Ё-моё. То есть дверь не открывается даже. Включить и выключить. Окей, не работает. То есть это сейчас должно поливать мои грядки? А ну-ка, секундочку. Сейчас мы возьмем, допустим... Короче, пока что все. Пока что все там уже разберемся. Так, с кукуруза, семена огурца. Вот это вот. Что я хотел? Я хотел глянуть, сколько у нас здесь электричества. В общем, накоплено 1000. И мне кажется, что больше он не накапливает. Да. Нужен еще один аккумулятор, чтобы накопилось больше электричества, да? Че, не попал, что ли? Вы такой не можете. Иди сюда, как я говорю. В голову так не попаду, скорее всего, да? Это твоя мать, а? Ко мне иди. Ко мне, исключай. Та твою медь, блин, не в мой дом, короче. Попала в меня. Какие звуки страшные. Звуки охренеть страшные. Я ей в палец попал. Но и она мне тоже пару раз по этому дала. Я цел. Самое главное, что я цел, она мне дала даже немножко железа. Так, больше 1000, как я понимаю, все-таки не поднимается, да? Потому что у меня аккумулятор все-таки ограничен. Да, 1004 и больше нет. Хм. Окей. Но, по крайней мере, вот этой вот 1000 мне хватит для поливки всего этого добра. Секундочку, чего нам нужно больше? Что нужно больше... это вот сажать. Это у нас для фруктового салата. Правда, баночка нужна. Это у нас алюминий, чего я тоже не очень-то хорошо, то есть не очень-то желаю тратить. Да, на баночку. Но придется, чтобы выносливость немножко прокачать. А вот эти вот вегетарианские, это у нас огурец, кукуруза. Ага, здесь и картофель нужен. Короче, нам нужно и больше картофеля все-таки. Тогда, раньше у меня был здесь картофель, значит... он будет и дальше здесь находиться. Да, я нажал, блин, прикинь. Я нажал на эту штуку, мне кажется. И это сразу полило все мои горятки. Охрененно. Смотри, в таком случае я сделаю, как и раньше. Здесь огурцы, нет, здесь у нас кукуруза. Огурцы, огурцы, потому что они хп поднимают. Арбузики и дынька где-то там. Все сделано, все круто. В таком случае мы полностью вот это вот все скинем сюда. Мне оно не нужно. 50 минут, 50 минут. Нормально, это все будет здесь жить. Смотри, я заметил, что где-то есть вода, где-то воды нет. Потому что это, скорее всего, грядки, которые попали под дождь, что ли. Фиг его знает. Так, да, не везде есть. Короче, тут есть. Есть, нету. Нету. Вот эти вот две грядки и будем проверять. Еще раз проверяю сейчас наше состояние электричества. Накоплено 1004. Полетели. И как долго он должен работать, что полить? Чё-то как-то он не поливает. О, пошло, пошло. Отлично, выключить, выключить. Электричество нужно экономить. Фу. А он все полил, да? Так, сейчас клавиатуру сломаю, блин. Да, все полил, шикарно. Блин, ну 3 секунды. Примерно 3 секунды. Сейчас посмотрим, сколько он потратил. Нормально. А кто говорил, что нужно это держать всегда, блин, включенным? А никто не говорил. Вообще никто не говорил. У нас в этом аккумуляторе будет... Она уже накопилась, блин, энергия-то. Охренеть. А фонарик этот работает? И даже фонарик работает. А там еще копится энергия. Круто.
Круто, элементарная математика. Всего хватает для всего. Правда, здесь у нас вода заканчивается, когда это закончится, потому что эти вот все цветы в гринхаусе, они нуждаются в двух поливах. А один раз нужно полить, и второй раз где-то половинку нужно поливать, и они вырастут, успеют. И это есть очень круто. Наконец-то мы сделали вот это вот. Мы сделали заборчик, расширили, чтобы можно было здесь еще всякую хрень понапихать. И, блин, надо еще расширить. Домишко мой. Я же хотел его расширить. А ну-ка, секундочку. Прям сейчас прям захимичим вот это вот временно сюда. Давай мы фонарик. А где фонарик? А, я каску оставил. Без фонаря вообще никак. Друзья, я извиняюсь, что я здесь вожусь. Или как это там? Как бешеный, блин. Туды-сюды. Быстро все делается. Чпоньк. Хренась, есть контакт. Это все потому что нужно много чего сделать, и нужно всего этого, как говорится, успеть. 33-й день, слава богу, что сейчас будет у нас не этот Дейзи, скажем так. Заборчик, и не заборчик, а фундамент. Раз, два, три. Или может еще больше расширить, что ли? Какие у меня планы вообще внутрь? Внутри, то есть. На одну стеночку туда. По идее, хватит. По идее, должно хватить. А если сделаю... А это там. А это-то там. Hello. Не понравился ему мой hello, но что поделаешь. Блин, охрененно, все у нас вообще замечательно. Правда, я думаю, как его, как сильно расширять его. Домик-то наш. На два фундамента, это будет раз, два, три, четыре, на четыре фундамента. Хрен его знает. Я все же думаю, оверхитинг, блин, я ему шлем на голову поставил, он у него уже переотопление, блин. Только я, наверное, так могу сказать. Так, секундочку. Как это будет-то? Не переохлаждение, а... Тепловой удар, ё-моё. Ёлки зелёные. Русский язык надо подтягивать. Так, смотри. Хренась. Блин, у меня дом будет. Охренеть, какой здоровенный. Ну, прям здоровенный будет. А если я не ошибаюсь, я даже сюда выйду. Вот в полном серьезе. Давайте мы выйдем вот сюда вот. А почему бы и нет? А что мне мешает? Вот так вот сделать и вот так вот сделать. И он будет не квадратный, а вот такой вот красавец. Блин, правда, я хренею, сколько тут работать надо будет. А, твою мать, чтобы это все сделать. А, доски 6, бревен 4. И еще стены, сюда, потолок, крыша. Ёлки зеленые. Так это, блин, еще отдельный дом. Фу, я пошел работать. Так, я там пока строил, пока всякую хрень делал, видел, что у нас, заметил, что у нас тут закончилась водичка. Включаем. Серьезно? Ага, что-то все-таки немножечко дольше. 3 секунды, там 4, там 5 секунд максимум нужно подождать. Проверяемся еще раз. Водичка есть. И энергия. Да, замечательно. Поднимается 9,8,7, 9,8,8. Охрененно. И по идее через 5 минут ровно это все вырастет. То есть уже можно будет это кушать. Там у нас Миша не гуляет. Там у нас Мишка гуляет. Мишка, ты меня не видишь. Мишка, не надо меня видеть. Не, Мишка. Мишаня, не вздумай поворачиваться. Не надо поворачиваться, Мишей. Чего-то вас сейчас много будет, мне кажется. Ой, копье-то у меня закончилось. Ой-ой-ой-ой, копье-то у нас закончилось или не закончилось? А ну-ка, секундочку. Да, копье закончилось. Волокна есть, мне нужен. Три палочки нужны. Чтобы Мишаню завалить, а чтобы три палочки замутить, давай. Давай, ща мы три палочки. Просто я сейчас, мне кажется, что я сейчас даже в этот, в свою хибарку, блин, не зайду, понимаешь? Да, брось ты это. Это мне сейчас вообще не... Так, Миша.
Сейчас мы с ним разберемся. Сейчас мы сделаем вот так. Сейчас мы сделаем вот так, вот так, вот так, вот так. Это сюда. Миша, не смотри на меня. Раз, два, три. It's давай. It's есть. А теперь я могу немножечко с Мишкой поговорить. Перевес есть? Перевеса нет. Ну давайте, раз у нас такие вот расклады здесь. Забираем все, у меня большущий инвентарь. Мишаня, перед этим я, наверное, сохранюсь. Мишка, давай. Твою мать, блин, почему ему никогда, блин, одного копья не хватает? Да ведь ты что ж, ё-моё, блин. Ху. Такое ощущение, что он реально падает только с этого, со стрелы. Вот в полном серьезе, все. Да? Да я хрен с тобой. Кожа у нас дофига. Вообще до хрена. Смотри, это вот мы сюда засовываем, потому что это мы можем. Дальше здесь мы то же самое делаем, потому что у нас этого дофига. И еще, наверное, да, тут еще осталось. Но не в этом дело, друзья мои. Дело в том... Сейчас я вам покажу, в чем дело. Дело в том, что мы сейчас добыли достаточно ресиков. Сейчас я вам покажу. Для того, чтобы сделать... Здрасте. Бомби, или как тебя там? Опля, арбузик. Для того, чтобы все это вот запихнуть по доскам. Как у нас по доскам, у нас вообще проблемка. Значит, забираем вот это вот. Пусть доски сейчас прям делаются. А я возьму вот это. А я возьму вот это. И начну делать вот так, вот так, вот так, вот так. И вот так вот. Там еще как бы нужно было. Так, досочки, идите-ка вы сюда. Чпоньк, чпоньк. Есть, есть. Что там надо? Бревна. Сколько бревен-то надо, а? Смотри на них. Расть, двасть и тристь. Друзья мои, фундамент здесь готов. Это уже круто. Могу, в принципе, и сюда расширить. Правда, мне кажется, смысла нет. И если смысла нет, значит мы делаем следующее. Не-не-не-не-не-не-не. Это я не то взял. Вот. Деревянные стеночки. Там у нас лесенка пойдет. А если здесь лесенка пойдет, значит вот так вот будет. Здесь, скорее всего, с окнами пойдут дела вот такие вот. Оконные дела. Бамбит зашел к нам. Здесь что я хочу? Здесь я хочу тоже с окнами. Где-то что-то будет без окон, но правда не знаю. Где? Блин, тут стекла до хрена надо будет, по идее. В таком случае. В таком случае. Здесь тоже окно. Скорее всего, тогда... Давай, и здесь окно. И вот тут окно. Да и вот тут окно. Короче, блин, ё-моё. Сколько же я здесь работать буду над этими окнами? Это же полный... Гребаный трындец. Друзья мои, дальше у нас не ставится ничего, потому что мне нужно сначала это вот построить. Это мы построим с вами в следующей серии. И у нас будет большущее прямо расширение нашего домика. Здесь будет внутри до хрена места. И везде. Смотрите, как я уже вам обещал, вот это уже все можно собрать. Отлично. И воды там есть, и все там есть. Но на этом мы заканчиваем, потому что мы с вами расширили вот это вот дело. Мы сделали вот это вот. Мы поставили вот это вот. Передвинули само собой все, что тут было в этом вот месте. Побывали мы с вами здесь, побывали здесь. И что мы там еще делали, короче? Короче, всякую хрень. С вами был Кентавр, это была игра The Infected. Надеюсь, все всем понравилось. Всем удачи и всем пока.